Ну а если ты хочешь, чтобы у тебя за окном было много снега, тогда ставь лайк за 2 секунды, считаю. Раз, два. Привет, ребята, меня зовут Алексис. Сегодня у нас 8 крутых игр, первая игра Super Slime. Итак, у нас есть такая вот капелька. Ам-ам. Которая кушает камушки и растет. О, ничего себе. Так, мы уже, в принципе, можем яйца есть. Класс. Ничего себе, она в конечном итоге, наверное, ребятки, съест весь мир. О, уже курочка. Смотрите, бой с боссом. Так, ну получай. Вау. Классная игра, ребят. Так. А, у нас здесь как бы и время есть, да? Смотрите, у нас есть время, чтобы мы успели это все слопать. Я вам хочу сказать, что у нас довольно-таки много времени. Ой, тут кто-то ходит. Ребятки, смотрите, поезда ездят, класс. Батарейки. Пчелки, божьи коровки, мы их съедаем. Шахматы съедаем. Ребята, вы умеете играть в шахматы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Класс. Там мы съели практически всю шахматную доску. Ну, я не знаю, ребят, или этого, в принципе, хватит нам, чтобы одолеть босса? Нет. Оу, щищ. Серьезно? Ну, игра мне реально очень сильно понравилась, поэтому мы, смотрите, сейчас с вами подкупим кое-что, чтобы быстрее прокачиваться. Так, гвоздики. Отлично. Кубики съели. Вот еще кубиков целая куча. Мячики. Робота уже едим. Класс. Так, паровозик скушали. Ребят, я не знаю, если честно. Тут, наверное, нужно просто рекламу смотреть. Я не успею все слопать. Смотрите, мы снова с вами, в принципе, не успеваем. Ну, ребят, игра реально прикольная. Я еще обязательно в нее поиграю. Пока открываем другую. Money Gum Run. Let's go! Так, смотрите, у нас есть такой пистолет, который выстреливает деньги. Ребят, вы бы хотели иметь себе вот такой вот пистолет, да? Представляете, это тогда вообще на работу не нужно было ходить. Не знаю, мне кажется, что если бы у меня был такой пистолет, по идее, мне тогда вообще ничего не пришлось бы делать, у меня было бы куча денег, но я бы все равно, ребятки, снимал бы видосики, потому что я их люблю. Я люблю снимать видео, в первую очередь я это делаю, потому что это мне нравится, а не потому, что там мне за это платят. Я вам вкратце расскажу, как началась моя ютуберская карьера. Дело в том, что я просто люблю играть в игры, а потом я думаю, почему бы мне это не снимать, да? Вот я люблю играть, ну да, обычно я когда играю, я не комментирую, раньше не комментировал. А потом я такой думаю, а не начать ли мне это все снимать на YouTube? Почему бы нет? Может быть, кому-то это понравится. И как оказалось, ребятки, реально, у меня довольно-таки много подписчиков. Это не единственный мой канал. У меня есть еще канал Алексис. На нем, ребят, более 300 тысяч подписчиков. Также у меня есть канал Cool Guy. На нем около 100 тысяч подписчиков. Ну и у меня еще, ребятушки, есть старый канал, который я уже не веду. Это Алексис Майнкрафт. Там 250 тысяч подписчиков. Вот, ребятки, вот такие у меня каналы. Да, я ютубом занимаюсь довольно-таки давно, потому что, ну, я же говорю, мне нравится играть в игры. Так, ну что ж, что-то мы отвлеклись, ребятки, смотрите, наш пистолет выстреливает деньги, и за эти деньги мы покупаем себе различные дорогие вещи, яхты. Ой, я врезался. А здесь, по идее, врезаться нельзя. Да. Так, Double Gun, смотрите, велик один, второй велик. А это что, какой-то телефон, смотрите. О, отлично, вот сейчас будем прям много всего покупать. Снова телефон, биткоины, ребят, снова, ну, покупаем криптовалюту. Это сейчас, наверное, очень круто покупать криптовалюту. Ребята, у вас есть своя, ну как не своя криптовалюта, у вас есть кошелек с криптовалютой? Вы покупали такое или нет? Скажу честно, ребят, я никогда не покупал крипту. Никогда. Я не знаю. Мне что-то кажется, что это,
Это не мое, ребят. Мне не нравятся такие деньги. Я люблю такие вот обычные деньги, которые можно подержать в руках. Так, ну что, давайте тогда пройдем еще один уровень. Игра реально прикольная, залипательная. Так, это что? Оуш. Так, бонусный уровень, но это только за рекламу. Да? Это чтобы вот это вот пройти, нужно было посмотреть рекламу? Прикольно. Так. Fire Raid берем, чтобы быстрее стрелять. Есть. Distance. Яхту, к сожалению, ребятушки, мы с вами купить не смогли. Окейушки, Crowd Rush 3D. Тоже очень залипательная игра, ребят. Так, смотрите. Здесь нужно сражаться. Так, X4. Вау. 44. И сейчас нам нужно одолеть этого босса. Так, и у нас еще довольно-таки много парнишек осталось. И я так понимаю, что мы будем расстраивать с вами какой-то город. Просто вот за нами город находится. Так, смотрите. Вот есть нейтральные человечки. Мы их берем. Так, а, next level. То есть мы можем здесь играть, либо же можем по городу там бегать. Так, X5. А мы можем с ними не сражаться? Да, мы можем не со всеми сражаться, ребятки. Мы можем как бы их обходить. Обходить стороной. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, босс повержен. У нас очень много армии. И с помощью этих человечков, ребятушки, смотрите, мы сможем отстраивать город. То есть их стало 78. Так, ну давайте посмотрим. Давайте начнем строить вот эту вот штуку. Так, смотрите, на 40% мы ее построили. Нам еще нужно 112 человек. Ну, довольно-таки много, я вам скажу. Так, обходим. С ними мы сражаться не будем. Нет, нет, нет. Так, X6. Ой-ой-ой-ой, игра даже подлагивает, ребят. Ну, игра такая себе, наверное, не очень мощная. Есть! Здание построено, ребят. Класс. Вот такой вот дом. Так, хорошо, давай тогда мы с тобой еще один уровень пройдем. Обходим. 3. Так, с этими, к сожалению, нам пришлось сразиться. И снова мы уничтожаем босса. Хорошо, ребятки, Кама Снайпер. Очень прикольная, ребятушки, игра, где нам с вами нужно будет... Так, погодите, она что, обновилась или что? Где нам с вами нужно будет искать вот таких вот пареньков и хедшотить их. Ребят, я же, по-моему, раньше играл в эту игру. А, то была немножко другая игра, ребятки, да. Да-да-да, то была другая игра. Это была просто Кома Снайпер, а это Кома Снайпер Alien. То есть инопланетяне, да? Здесь мы уничтожаем именно инопланетян. Тогда мы уничтожали каких-то таких вот человечков. А сейчас мы, ребятушки, освобождаем нашу планету от инопланетян. Так. Ой-ой-ой. Смазали. Хедшот. 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 И последнего. Бум! Класс, я обожаю такую игру. Ребятки, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь и ставьте лайкосик. У меня каждый день выходят игры, где мы с вами вот так вот веселимся. Бум! Еще один. Я тебя вижу. Так, и вот еще один, ребятки, замаскировался. Ну, конечно, маскировка у них... Так, на троечку. 3 из 10. Очень легко их нашел. Знаете, иногда бывает сложно найти. Так, мы можем купить новую пушку. Смотрите, арбалет, либо вот эту вот лазерную. Давайте возьмем арбалет. Он стоит меньше, но мы сейчас будем стрелять стрелами. Класс. А ну посмотрим. О, да, ребята, это круто. Так. Раз. Два. И... 3. Ребят, напишите в комментариях, у вас за окном много снега? Ой, да, реально, ребят, игра обновилась. Раньше такого не было. Хедшот. Да? Хедшот. Следующий. Who's next? Оу, ничего себе. Так, на. На. Ой, он ко мне подошел прям. Все, 3 пули, ребят, и он готов. Хорошо, давайте еще кого-то найдем. Так, нам нужно найти
4 человека, да? Я уже, мне кажется, их всех вижу. Ну, точнее, 4 инопланетянина. Так, еще один. Где-то еще один, ребятки, замаскированный такой. Так, где же ты, а, дружище? Может, это ты, нет? Да. Скорее всего, что это ты. Бэм! Готов. Окей, ребятушки, открываем следующую игру. Тоже, кстати, про инопланетян, очень крутая. Find the Alien 2. Мы с вами попали, ребятушки, в эпоху, в каменную эпоху, где вот такие вот пещерные люди. Нам нужно искать инопланетян. Так, нормально, что такое? Странно. Ребят, что делает эта вот печь, ну, духовка в каменном веке? Однозначно это что-то ненормально, да? Это инопланетяне здесь, которых мы обязательно поймаем всех. Так, Love Our Game, да, мне нравится ваша игра, но если я сейчас бы поставил какую-то звездочку, нам бы пришлось бы перейти в Play Market и проголосовать. Что здесь происходит? Что это за пати? Так, ты ты инопланетянин. Да, её тебя нужно подбить. Ну, точнее, не ты, а он присосался к нему. Какой-то портал. Так. Угу. Готов. Ребятушки, можете в комментариях написать, может быть, вам нравится какая-то конкретная игра, и я обязательно ее, ребятушки, включу в следующую серию. Так, отсканировали. Отсканировали. И что, мы сейчас... Так, интернет-портал. А, мы можем сейчас пойти в портал. Прикольно. Поехали. Что нас здесь ждет? А, смотрите, динозавры. Вау. Ты что за соревнование? Тут у нас 3 инопланетянина. Так, вот лысый первый. Он тот. Есть. Так, кто еще? Вот второй. Кричит тут, ликует, да? Так, еще кто-то, ребят. Еще кто-то. А, вон сидит. Вон сидит за яйцами. От меня не спрячешься. Secret Portal Liberation. Так, и мы заработали ключ. Это мы, получается, прошли дополнительную миссию в секретном портале. Класс. Давайте еще выполним тогда эту миссию. Что здесь? Так. А, эта штука у нас не работает. Мы можем увидеть, кто инопланетян через эту штуку, да? Через это стекло. То есть он пробегает, и мы видим, что это инопланетян. Это как бы сканер. Окей, какой-то короткий уровень. Предлагаю пройти еще один. Просто я обожаю, ребят, эту игру. О, динозавр! Ребят, какой ваш любимый динозавр? Напишите в комментариях. Что? Так, инопланетян. Давай подобьем его. Так, первый. Хорошо. И второй. Есть. А, это еще не все. Так, смотрите, здесь один инопланетян. Так, этот. У всех нормальная машина едет, у него трясется. Ой. Так, тарелка. И вон еще одна тарелка. На. Готово. Все, отбились. Отбились. Stumble Guys, ребят. Безумно классная игра. Смотрите, еще и новогодняя карта нам выпала с вами. Нам нужно дойти до финиша. Так, давайте мы сделаем немножко тише. Очень громко как-то. Прям игра меня перекрикивает. Так. Оба. Так, нужно аккуратненько обойти. Аккуратненько, тут очень скользко. Есть. Так, ну что, первый этап мы с вами прошли. Так. Ущ. Снежки, снежки, снежки. Так, могут сбить легко. Могут легко сбить, поэтому аккуратненько бежим. Бежим, бежим, бежим. Так, тут, скорее всего, у нас чекпоинт уже должен быть. Так. Ой-ой-ой. Если вы знаете, еще не игроки, которые мешают нам с вами. Да, блин, вы издеваетесь. Ну, пока что еще до финиша, ребятки, никто не дошел. Очень скользко, ребят, безумно скользко играть. Я надеюсь, что мы с вами все-таки дойдем до финиша. Все-таки я вроде бы как бы неплохо играю в эту вот игру. Так, это еще не все. До финиша уже дошло, ребят, 4 человека. Ничего себе. О, и мы... Так, мы какие будем? Мы 9-е. Класс. Еще... О, в принципе, ребят, не так-то много еще осталось. Еще 5 человек.
Уровень пройден. Игра откидывает 16 игроков, ребятки, и мы с вами попадаем в другую 16-ку, которая идет дальше. Я надеюсь сегодня, ребятушки, выиграть. О, аквапарк! Горки, обожаю такие горки. Так, ладно, побежали. Побежали. Так, тут у нас уже не так скользко, в принципе. Ай, мы свалились. Так, мы свалились. Так, погоди. Да, блин, как же пройти вот это вот? Ребят, сложно, я хочу вам сказать. Так, подкатик, но зато мы живы. Так, мы пока что живы, все хорошо. Так, прыгаем. Что? Бум, есть, поехали. Так, а тут как нам вообще нужно играть? Так, мы просто едем по этой горке. Да? Ничего себе. Так, главное не улететь, да, наверное, отсюда. Так, перепрыгнули. То есть та штука, она нас, по идее, бы замедлила. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, она нас довольно-таки неплохо замедляет. Я не верю, что я последний, ребят. Я просто не верю в это. Так, мы немножечко ускоряемся, подпрыгиваем. Так, опа! Блин, снова нас эта штука замедляет. Все, ребят, мы, к сожалению, проиграли. Но мы уже были где-то возле финиша. Да, вон, я упал. Monster War Hide and Seek. А, ребят, обожаю я такие вот игры. Смотрите, кто нас будет ловить. Ой, как-то много голов было у него. Здесь много, ребятки, игроков, которые нас будут ловить. Поэтому нам нужна пушка. Улетел. Так, привет. Кстати, игра обновилась. Монстры новые и прикольные. Так, можно с мечом их порубить. Ой, фу, я уже думал, ты зараженный. Так, приветики. Приветики, мой цветики. Раз, два, три. Я бы всех их перемочил, ребят, здесь. С помощью меча. Есть. Так, нормальных еще остался я и еще кто-то там один. А этих всех 8 штук. Благодаря нам. Класс. Так, прокачка. Если бы, конечно, нам титан выпал, это было бы просто мега круто. Но тоже человек, когда выпадает камерамен, тоже неплохо. Так, все, мы невидимка. Так, мы невидимка. Так, их нужно уничтожить. Раз, два. Так, зараженных нужно, ребятки, уничтожить. Оу! Зараженный прям выпрыгнул. Так. Где они вообще? А, они наверное, Чего, он один здесь? Здесь один зараженный, курица и все. Да, мы выиграли. Кто-то, походу, ту курицу, ребят, замочил. Это была изи-катка. Дайте мне титана, пожалуйста. Да ладно, блин, снова человек. Ну ладно, человек это хорошо. Игра, кстати, обновилась, ребят. Я уже, наверное, сказал, я не помню. Потому что, вот, смотрите, были добавлены вот такие вот пареньки. Все, мы его замочили. Так, да. Зомби. Так. Есть. Еще один. Есть. Он только появился, и мы его сразу зарубили. Ребят, классная игра. Я хочу еще один раз сыграть. Я надеюсь, что уже на четвертый раз мне все-таки выпадет. Ой, какая карта громадная. Монстр. Да вы издеваетесь. Сегодня только одни человечки выпадают. Знаете, когда вы играете за монстр, довольно-таки сложно, потому что здесь много оружки. Так. Ну, по идее, должно быть. Так, он за мной бежит. Но у меня нет пушки. Не было пушки до этого момента. За мной бежит парень. Сейчас мы эту курицу замочим. Так, бежим только вперед, ребят, потому что там вроде бы за нами кто-то бежит. Бежал, точнее. Вот ты бежал, да? Ушел. Идем в портал. 20 секунд остается. Так, есть. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой заряженный за мной. Давай. Не успел, ребят. Не успел вовремя обернуться. Toilet Fight Open World, ребят. В первую очередь я хочу выбрать агентов. Так, я хочу вам показать, какие у меня здесь агенты есть.
У меня, ребятки, все агенты. Так, за кого же бы мне сыграть? Даже не знаю. Ребят, знаете, какой мне парниша понравился? Я сейчас вам его покажу. Вот этот вот. Вот это вот, я не знаю, кто такой. Это телевизороголовый, наверное, какой-то. Знаете, почему он мне понравился? Ребят, он мне понравился, потому что это единственный боец, когда ставишь блок, он всех мочит. Просто ставите блок, и он всех мочит. И еще, я вам хочу сказать, очень круто мочит. Смотрите, это его удар. Сколько там было? Так, 304, да? А смотрите, если мы ставим защиту, не успел посмотреть. Так, смотрите, громадного босса просто замочили вообще за секунду. За секунду. Он очень крутой, ребят. Он, его многие недооценивают, наверное, да? Смотрите, готов. Бум. Это просто пушка. Я не знаю, почему я раньше за него не играл. Я его, ребят, раньше никогда не выбирал. 132 в секунду бьет, ребят. Броней он бьет 132 урона в секунду. Реально мощь. Я хочу пройти за него еще один уровень. И тогда мы выберем с вами кого-то другого. Смотри, просто издалека всех бьет. Все. Ребят, мне кажется, что это сильнейший парень. Просто круть. Тем более, вот что мне не нравится в хэллоуинском обновлении, то, что здесь очень темно. А он как бы освещает своей броней. Ну, типа, когда мы выбираем бронь, он как бы освещает это все. Так, давайте выберем тогда другого паренька. Подписчики пишут, что вот это самый сильный. Прям самый-самый сильный. Проверим. Ставлю бронь, ничего не делает. Круг. Не, ну да, конечно, ребят. Тут просто крут, что когда ставишь бронь, он атакует. Так. Раз. Леща просто. Одного леща дал. Нет, все-таки, ребят, этот самый сильный. Да, он бы, наверное, того камера... Камера... Ой, ТВ голову бы замочил. У него есть еще такие вот приколы. Также он может ударить вот так вот. Все. Круг. Босс. Кулаком просто раздавил этого босса, ребят. Просто раздавили мы его. Вот это, конечно, круто. Все, уровень пройден. А когда у нас будет сражение с боссом? Надеюсь, где-то сейчас, нет? Так, еще один. А ну, моя тыква. Уничтожить его? Да, она его просто порвала, ребят. Еще один босс. Кулаком. Уйди отсюда. Ну что ж, ребят, вот такая вот была игра. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если да, подписывайтесь на мой канал. Пока что на этом все. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачки и пока.